Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как помочь питомцу похудеть. Лишний вес у питомца – серьезная проблема. При ожирении органы животного работают с увеличенной нагрузкой, как следствие, быстрее изнашиваются. В дикой природе кошки и собаки редко сталкиваются с такой проблемой, а вот домашние питомцы часто страдают от лишнего веса. Что делать, если вы заметили у своего любимца ожирение? Представляем вам 6 советов, как помочь питомцу похудеть от известного американского ветеринара Марти Беккера. Выберите диету вместе с ветеринаром. Врач подскажет, какое питание лучше всего подойдет вашему питомцу. Ветеринар, скорее всего, назначит лечебный план примерно на 3-4 месяца. Следуйте ему и регулярно приводите питомца для осмотра и контрольного взвешивания. Так врач сможет контролировать и при необходимости корректировать лечение любимца. Увеличьте физические нагрузки для питомца. Животному с лишним весом поначалу будет трудно двигаться больше, поэтому физическую активность надо увеличивать постепенно. Если у вас собака, начните гулять с ней немного дольше обычного. Не забывайте включать в выгул элементы игр и дрессировки. Если вы владелец кошки, начинайте вводить в распорядок дня игры с питомцем. Также можно купить мяукающему другу специальный игровой комплекс, где питомец может играть в ваше отсутствие. Откажитесь от привычных мисок на время похудения. Сделайте так, чтобы ваш питомец затрачивал некие усилия, чтобы добыть корм. В этом вам помогут либо специальные дозаторы пищи, либо игрушки с лакомствами внутри. Переход на новую диету должен быть мягким и постепенным. Перемешивайте старый и новый корм в разных пропорциях в течение 7-10 дней, постепенно увеличивая долю нового корма. Иначе из-за резкого перехода на новую пищу у питомца может случиться расстройство желудка. Не поощряйте питомство лакомствами. Хозяева часто балуют своих любимцев вкусной едой в качестве похвалы. Найдите способ показать свою любовь к питомцу иными способами – совместной игрой, прогулкой, лаской. С собаками можно, например, поиграть в перетягивание каната, а кошек угостить кошачьей мятой. Не заставляйте питомца есть, если он отказывается от новой пищи. Также не стоит оставлять любимца голодным, если он не принимает диету. Голодание может навредить животному. Полный отказ от еды у кошек в течение всего 2 дней приводит к необратимым изменениям в печени. В случае, если животному не нравится новая пища, посоветуйтесь с ветеринаром. Всегда можно найти альтернативу, которая устроит и вас, и вашего питомца. Теперь вы знаете, как помочь питомцу похудеть. Следуйте перечисленным советам, и тогда ваш любимец сможет быстро прийти к нормальному весу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!